Где это я? Неужели я попал в другое измерение? Это кто еще такой? Я Сайтама. Герой. А я Учиха Саски. Я так и знал, что ты опасный человек. Я не дам тебе уйти. Чидори! Сейчас ударю. Эй, смотри, знаешь ли? Я парень, чё хобби это геройство. Никогда не слышал. А, понял. Ты поможешь мне сразиться с Оцуцуки, или... Извини, но я занят. Понятно. Я использую всю свою силу, чтобы ликвидировать тебя и избавиться от угрозы. Думаю, проблема решена. Только не говорите мне, что он Аматерасу! Эй, ты в порядке? Это тоже не сработало. Я не могу больше тратить чакру. Как ты заполучил такую силу? Так ты тоже хочешь узнать? Ладно, ты просто должен делать вот что. Как бы ни было тяжело. Мне потребовалось 3 года, чтобы стать таким сильным. 100 отжиманий! 100 приседаний! Затем 10-километровая пробежка! Каждый божий день! Это точно такие же тренировки, которых проводил Толстобровик. Сейчас я самый сильнейший в этом мире. Черт возьми, дайте уже заняться своим делом. Я преподам тебе урок. А еще, обладать такой силой довольно скучно. Ты в порядке, Саске? Да, все хорошо. Да как ты посмел? Эй, Саски! Что происходит? Этот парень сильнее, чем кто-либо, с кем мы сражались. Ты точно про этого парня? Точно, он силен. Так, Наруто, давай сразимся в полную силу. Я тебя понял. Давай, приучим его, Саске! Давай. Нападайте! В таком случае, я тоже сделаю свой последний ход. Серия серьезных. Серьезный удар.
Спасибо автору данной анимации Фьюкю Анимацион. Что ж, Фьюкю Анимейшн. Что ж, судя по всему, это была финальная часть. Напишите свое мнение в комментариях. Обязательно все прочту. Всем огромное спасибо за просмотр. Ну, поддержите меня лайком и подпиской на канал. С вами был Аниманга. И мы... Ой, стоп, мы же прощаемся вроде, да? Но не навсегда ж, так же. Но не навсегда ж, так что с вами был Аниманга. Всем пока. Надо бы сперва прочесть текст, а потом уже озвучивать. А, вы все еще тут? Упс, всем пока.